100 грамм мефедрона обнаружили у Махачкалинки. На контрольно-пропускном пункте в Каспийске был остановлен автомобиль. Ранее сотрудникам МВД поступила информация, что 30-летняя пассажирка может быть причастна к незаконному обороту наркотиков. В ходе досмотра полицейские обнаружили в дорожной сумке девушки полимерный пакет с мефедроном весом почти 100 грамм, что рассчитано примерно на 490 разовых доз. Правоохранители полагают, что наркотики подозреваемая хранила для дальнейшего сбыта. Возбуждено уголовное дело, расследование продолжается. Скажите, я не буду, за что вас задержали сотрудники полиции? Скажу. Вы где живете? Прочитайте дело. Вас за что задержали? Я не буду разговаривать. Наркотики откуда у вас? Я не буду разговаривать.